27 марта председатель избирательной комиссии города-курорта Юрий Рыков сообщил, что из 26 выдвинутых на выборы мэра Сочи кандидатов первый этап регистрации прошли 20 человек. Конечное количество участников предвыборной гонки будет утверждено 3 апреля. Их имена будут размещены в избирательном бюллетене. Ну, кто остался? Значит, как бы из тех так, тяжеловесов, которые представляют политические партии. Это «Единая Россия» Пахомов Антон Николаевич, это «Загание» КПРФ, значит, и Колесников, да, ЛДПР. Значит, Колесников – это координатор краевого отделения партии, значит, ну, и также, если так анализировать, то, что все-таки к нам заявился, кто, значит, претендует на столь серьезную работу в перспективе, то надо сказать, что это примерно половина, это сочинские, да, претенденты, а где-то половина не наши, значит, те, кто приехал к нам, скажем так, искать здесь счастье. Ну и, в общем-то, если так говорить, то... скажем, ну, вызывает как бы так, вот, мы, конечно, как ребята на комиссии не имеем права там что-то комментировать в плане там и оценку давать каким-то кандидатам, но, конечно, интересные люди, скажем, да, но вот я, например, как вот житель города Сочи, ну, никак не представляю, чтобы, допустим, ну, так скажем, работник искусства, так, значит, потом руководил городом. Хоть это, конечно, приятно пообщаться, значит, и поговорить приятно, все, так, но... столь серьезные мероприятия. Также там есть такие люди, которые как бы так собирают, коллекционируют так, свое участие в избирательных кампаниях. Один из кандидатов уже где-то как бы в России с третий раз значит, выдвигает свою кандидатуру на пост различных значит, вот так, городов и регионов. И вот, так сказать, пытается значит, потом в судах значит, какую-то искать свою изюминку, так, значит, как бы свой кайф искать вот в этих всех процессах. То есть у нас там достаточно так, так, разного как бы так вот, калибра кандидатов. Есть и очень серьезные, и очень ответственные люди. И также вот, вот такая вот есть и не очень, на мой взгляд, значит, удачная значит, кандидатура. Мы начинаем значит, проверку документов. В законе сказано, что в течение 10 дней после подачи всех документов на регистрацию избирательная комиссия проверяет эти все документы, направляя запросы в различные организации и органы. Налоговую, мы проверяем наличие судимости, гражданства, значит, имущественные все отношения, которые они там заявляют, проходят проверку, значит, ну и так далее, так далее, так далее. Вот. Значит, это, конечно, непростая работа, учитывая количество кандидатов. Но мы надеемся, значит, с этой работой справиться в срок. Здесь тоже, как бы так, уже есть такие, значит, сюрпризы, скажем. В законе сказано, что финансировать кандидатов, создавать их избирательные фонды не могут иностранные, значит, государства, предприятия, значит, муниципальные значит, предприятия, государственные предприятия или предприятия, имеющие долю более 30% в своем основном капитале, именно муниципальную, там, допустим, государственную, допустим, или иностранного какого-то капитала. Однако у Бориса Ефимовича Немцова значит, уже поступила платежка, значит, где значит, отправитель да, предприятия Соединенных Штатов. Вот эта вот потерочка, значит, тоже как-то вот не очень понятно, почему кандидат, значит, принимает, скажем так, или там, скажем так. А на какую сумму? Сумма 163 250 рублей. Рублей? Это залог, что ли? Нет, это уже в избирательный фонд. Это пополнение избирательного фонда. А вы знаете, наш фонд избирательный это 1 880 000 рублей. Вот. Миллион восемьсот восемьдесят тысяч. И залог, который формируется, 282 000 рублей.
Значит, ну, из тех, кто сегодня допущен, как бы так, в процедуре регистрации, есть те, кто сдал, скажем так, подписи, но их, значит, недостаточно. Их, скажем, меньше, чем положено. Их нужно было 6529 подписей, так, а там где-то около 4, да? 3696. Да, где-то вот так вот. То есть вот эта вся работа, она направлена на то, чтобы мы до 3 апреля, до 3 апреля закончили регистрацию кандидатов на пост главы города Сочи. И 3 апреля будет опубликован тот список, который мы обязаны внести в бюллетень. Вот это вот как бы вот такая стоит задача.